Добрый день, осень, но очень тепло за окном, поэтому работаем в спартанских условиях. Перед нами автомобиль Kia Rio с двигателем G4 FA, говорит нам о том, что это двигатель 1.4. Будем производить тоже на одну из самых простых операций, которые можно произвести на этом автомобиле, это поменять свечи зажигания. Для этого нам надо будет с вами открутить крышку, которая закрывает, вот она на четырех болтах. Под ними у нас откроются катушечки, открутить 4 болтика, достать катушки и головкой свечной на 16 выкрутить наши свечки. Сейчас мы это выполним и посмотрим с вами, в каком они состоянии. Все, собрали мы нашу машинку, поставили на место катушки зажигания, планочку еще не прикручивали, да в принципе и не нужно. Сейчас просто заведем, проверим, все ли работает. Давайте заводим. Ну, как видите, машинка работает ровно, потряхиваний нет, ничего нет. Ну, говорю же, самая простая операция вообще, что может быть, произведена. Всем удачи, приезжайте к нам, до свидания.